Хлебушек. Подожди, а как мы будем начинать серию без Косянчика-наркоманчика? У нас не музыка. У нас все подготовлено. У вас все подготовлено. У меня вопрос. Подождите, а что с Косянчиком-наркоманчиком? Он историю не сделал. Его мама наказала. Ну хорошо. Короче, дети, сегодня мы играем без Косянчика-наркоманчика, поэтому за музыкальное сопровождение отвечает Николай Никич. Николай Никич. Николай Никич, представьте, пожалуйста, ваше произведение музыкального искусства. Мы все слушаем и ждем. Ну, знаете, раз Костин Петрович всегда отвечает за того человека, который всегда получает бан, значит, сегодня на этом месте у нас Никич будет. Никич, ты что за дичь включил? Минус Аляша, минус Константиновка Петровка, но зато у нас сегодня новый игрок, ходячий шашлык, свинка Ярик. Ярик, поздоровайся со всеми. Помаши копытками, помаши носиком, похрюкай. Здрасте, всем привет. Нас реально здесь, дурдом. Я пока начинаю игру. У нас здесь и Алекс Электрозавод, и уже свинка Ярик, и Аляша, который вообще-то пацан, и Костянчик-наркоманчик, и утка, и монстр какой-то у нас здесь с нами играет. Дурдом на колесах. В общем, всем привет. Ярик, здесь наверху нельзя находиться, все сразу спрыгивают вниз. Да, вот так, в принципе, Ярик, молодец. Я, короче, время остановил, все вот так, да. Пока я время остановил, как вы можете заметить, я буду идти куда-то прятаться. Мы играем до 30, все, я разморозил время. Так, короче, Ярик, тебе нужно пойти на корабль. Иди на корабль, там самая безопасная зона в данный момент. В смысле нет, Ярик? Все выжили? Я не успел. До 30. Если свинка затащит первую игру, как говорится, всегда новичкам везет, поэтому посмотрим, повезет ли сегодня ходячему шашлычку. Короче, чур, мельница моя, пожалуйста, никто туда не заходите, я ее уже давным-давно заприватизировал, это моя... Ярик, тебе нельзя сюда, у тебя нет еще пропуска! Ярик! Давай, выйди, пожалуйста, выйди на улицу! Выйди на улицу! На улицу выйди! А, нет! Зайди обратно, Ярик! Ярик, да. Мне кажется, тот самый игрок, которого против всего... Ёханый бабай, меня даже задело немножко, посмотрите, где я находился. Мне кажется, Ярик реально вот сейчас самый такой простенький игрок, которого проще всего, не то что, короче. Ярик, вода не убивает, вода спасает, вода это жизнь. Чем больше пьешь воды, тем лучше. Ярик, проверим. Ой, сейчас чувствую какой-нибудь инсайд. Ой, да нет, не будет никакого инсайда, будет опять флут какой-то. Вот просто проверяйте. Опа! Откуда я знал? Утя, Тим. Подожди, не пускайте, пожалуйста, никого не пускайте. Ага, минус монстр, минус свинка Пеппа. Следующий раунд. Я привыкла. Нужно больше новичков понимать. У нас уже тут настолько заядлые задроты, то что они уже все понимают, что здесь как происходит. Пожалуйста, уйдите с моего дерева. Я здесь единственная белочка, которая здесь может находиться. Какая ты белка? Я белка. Ты суслик. Ярик, мне нужна твоя помощь. Выбеги, пожалуйста, на улицу. Ярик! Бачок почему? Да, ты слышь? Прости, пожалуйста. Меня хлеб только что чуть не задавил. Ярик, мне нужна твоя помощь. Ну ты подписчик мой или нет, Ярик? Дядя! Подождите, так свинка реально умер. Я пошутил, свинка. Мне не нужна была твоя помощь. Ты зачем выбежал на улицу? Он в воду упал. А, он упал в воду. Значит, вода все же убивает, как мы только что проверили. Ой-о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 й. Пацаны, здорово, пацаны! А вы помните, в предыдущей серии они зависли и даже нас не видели? Возможно, здесь так же... Пацаны! А нет, они нас видят! Где? Эдисон, прыгай в воду. Да мне здесь нормально, на самом деле, как бы... Тихо-тихо-тихо, давай.
Не меня! Чё там у них происходит? Давай! Стасик, спрячься! Ты спрятана? Нет, ты спрятана. О! Подождите, кто там? Свинка. Да чё вы издеваетесь над бедным шашлыком? Он сам сгорел. Он сам в огонь упал. Он подгорел. Мне жалко. А где бомба спавнится? Разрешите, пожалуйста, спросить, где бомба спавнится? А, вот где! Спасибо! Ой, я спрячусь, грибочек! Туда нельзя было выходить. Опа, за мапис бич по центре. Сейчас гасты. Сейчас, как всегда. Спасибо. Первый майнкрафтер, который полетел в космос. Спасибо, давайте похлопаем. Да чё, хватит книгами разбрасываться, пожалуйста. Спасибо большое за помощь, всем большое спасибо. Не толкаться! Да хватит! Да я вообще ничего не понимаю, у меня лагает! Ну кто-то все же умер, да. Короче, Ярик, свинка, тебе нельзя в маяк, извини, пожалуйста, тебе сюда нельзя заходить. Нельзя заходить. Фу, в мельницу! Какой маяк? Не топчи мои игрушки. Он на остров запрыгнул как-то. Не топчи мои игрушки. Ты не трогай меня, пожалуйста, сухарик. Ай-я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 й! Кто-то кого-то хотел убить, а сам же умер, да? Сухарик. Мгновенная карма. Камбу-буры, капучера-бум-бу. Свинка, игра еще даже не успела начаться. Свинка, вода убивает, если ты до сих пор не понял. Вода убивает. Зема пиздич! Да хватит умирать уже, ёханый ты бабай! Во-во-во-во-во! Любимая карта, любимое испытание, естественно! Свинка, спрячься, ядрить, колотить уже, убеги в дом, спрячься, ты заколебал умирать! Свинка, я тебя предупреждаю! Свинка, беги в дом! Свинка! Гасты, ну заметьте меня, пожалуйста, ну я же тут. Ага, спасибо. Свинка летать научилась. Алло, пацаны, вы куда? Ай, ага, ясно все. Ага. Да уйдите оттуда, пожалуйста, кто-то ради... Стасик! Ты чё меня подставила-то? Подождите, во-во-во-во-во-во, столько очков! Одни подставляют других, понимаете? Что один, что другой, что третий, что четвертый. Алекс Экспонат, вы что на меня смотрите, а? Уйдите, пожалуйста, отсюда, пожалуйста. Почему ты меня? Я никому не мешаю. Ага. Иди в меня можешь? Ой, извини, пожалуйста. Ты чё так хватит, Стасик? А чё ты меня скидываешь, а? А вы понимаете, что ничего, да, здесь не работает? А чё ты меня скидывать-то начал? Так потому что на карте ничего не работает, алло. Ладно, хорошо. На этой карте мы с вами уже сегодня играли много раз. Свинка, мне нужна твоя помощь. Свинка. Свинка, подойди сюда. Свинка. А да ёханый ты бабай, да этот блок шторм. А, естественно, давайте сейчас все внутрь забежим. Конечно, так очень интересно играть. Конечно, естественно. Свинка, иди сюда. Мне нужно помочь. Свинка, иди сюда. Пшеницу нужно посадить. Свинка, иди сюда. Подойди, свинка. Свинка! Подойди к водичке, пожалуйста! Ой-ой-ой, ну ладно. Свинка, мне нужна помощь. Я же думал, что я тут... Почините... Чердак, почините протёк.
ай, ой, ай, 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 подождите, 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 я не успеваю, я не успеваю, свинка не бег! А, ну хотя свинка, свинка, тебе нельзя в это заходить в мельницу, поэтому все нормально. Свинка, оставайся там, пожалуйста. Не знаю, что это он. А, подождите. Что? Матушку вашу только что было! Как я умер? Карма. Я что, как что? Все, все были в мельнице, все были в мельнице, я один умер! Ты не еще был! Ты дважды умер! Я чисто дважды умер! Вам дали по 2 очка за меня! Чисто в дырку упал, просто полетел в дырку. Я это видел. Можно я как-то сам себя забаню, пожалуйста? У кого сколько очков? Признайтесь, пожалуйста, у кого сколько очков? 14. 22. 22. 22. 22. У меня 19! Все были в мельнице, Ярик вообще бегал на улице, умер я! Чтобы вы просто понимали, насколько жизнь несправедлива. Дважды умер. Я дважды, понимаете, я даже дважды умер. Как я мог дважды? Я умер на карте, потом появился на спавне, еще даже как-то на спавне умер, ударился о пол. Идите нафиг, а! Мини там случайно об потолок упавший. Я потом меня спрашиваю, почему ты такой злой? Ну потому что жизнь несправедлива! Ну, ну, свинка, ну ёханый ты бывает, ты будешь когда-то жить в этой жизни, свинка! Чё с ним не так? Объясните мне, пожалуйста. Это шашлык. Шашлык. Нельзя в эту рубрику приглашать людей, которые любят плавать. Потому что свинка Ярик как-то плохо воспринимает челлендж флут. Когда вода на тебя надвигается, нужно залезать как можно выше. Естественно, все уже, наверное, соскучились по лету, все уже, наверное, соскучились по воде. И меня сервер опять забанил! Меня тоже. Не один. Да. У нас всех. Сервер опять стал. Я зашел на сервер и умер! У меня пол хп. У меня было... У меня пол хп оставалось. У меня тоже пол хп оставалось. Но он прям передо мной умер. Найду. Сейчас кому-то бан пропишет. Объясните, почему карма сегодня выбрала именно меня? Почему спавнятся все? У всех остается по пол хп, умираю я. Ёшкины кочерышки. У всех по 23, по 24 очка. Хорошо, хорошо. У меня 16. Сарик, свинка вообще из игры вышел, естественно, потому что свинка уже, наверное, чувствует. Опа! Опа, 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 опа. А здесь еще реально их не было, я даже не знаю, что и как. А где они реально? Пацаны! Свинка вернулась! Свинка сейчас! Смотрите, кто первым умрет! Просто, просто смотрите, пожалуйста, прямо сейчас! Че? Нет? Уйди отсюда. Мышь! Мышь дважды умерла. Стасик умерла дважды. А я уже 10 раз сегодня. Причем второй раз на спауне. Да. У кого-то уже на данный момент 28 коинов. Чтобы вы понимали, у меня 23 коина. Даже не спрашивайте почему. Потому что меня карта сегодня не любит. Алло! Алло, умри, умри! Пожалуйста, одним ударом сразу двоих. Ну, на это хорошо, но это приятно смотреть. Ага. А нормально, что мы не умер? А, нет, да, вы поспешила с вывода. Не нажимайте! 30! У меня не нажимается, в смысле. 31. Все. 31. Подождите, подождите, подождите. Перед тем, как мы продолжим... Нет, давай ты не будешь. Спасибо всем за эту прекраснейшую серию. Я, наверное, удаляю эту рубрику, удаляю эту серию, удаляю эту карту и больше никогда сюда не возвращаюсь. Это реально просто проклятие какое-то. Но все же, если ты хочешь продолжения, не ставь лайкусики, потому что его, наверное, больше не будет. Никич, ты же сегодня заменитель Кости, и поэтому не обижайся за то, что ты в банную полетел. Включай музыкальное сопровождение. Сломалась. В смысле шарманка сломалась? У Кости вот, например, никогда ничего не ломалось. Из тебя плохой Костя. Ладно, я сам свою шарманку включу. Под
подписывайся на канал, нажимай на колокольцы, если хочешь продолжение. Я тебе еще расскажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем мучачос амигос. До свидания.